Смотрите сегодня. Год подходит к концу, и теперь стало официально известно об уходе Insomnia из Warcraft 3. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим особенности использования дальнобойных юнитов и тактику поведения на рампе в игре StarCraft. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы увидите матч по дисциплине StarCraft, прошедший в рамках гранд-финала World Cyber Games 2007 в Сиэтле. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Сегодня оргкомитет Electronic Sports World Cup анонсировал Quake 3 и Dota официальными дисциплинами ивента в 2008 году в дополнение к уже объявленным Counter-Strike 1.6, Warcraft 3 и Trackmania Nations. Турниры второй партии объявленных дисциплин будут как мужские, так и женские. Dota будет играться в формате 5×5 на последней стабильной карте, Quake 3 в формате 1×1. Недавно, после 6 лет молчания, вышел небольшой ролик из Duke Nukem Forever. Заметим, что последнее видео из игры было представлено на выставке E3 еще в далеком 2001 году. Разработка DNF началась в 1997 году и ведется уже более 10 лет. Официальная дата релиза не объявлена. Будем надеяться, что после почти 10 лет разработки старина Duke снова взорвет игровой мир. Год подходит к концу, и теперь стало официально известно об уходе здравка Insomnia Георгиев из Warcraft 3. Слухи об этом ходили уже некоторое время в интервью и публикациях. Сегодня стало официально известно, что болгарский игрок Insomnia заканчивает свою Warcraft 3 карьеру. Игрок состоял в SK Gaming 5 лет и играл за эту команду с тех пор, как SK начали играть на Warcraft 3 League. Вице-чемпиона мира датская команда Noa приняла решение объединиться с проектом Mortal Teamwork и отныне будет выступать под тегом немецкой команды. Менеджер датчан Ларс Эйбен заменит в Mortal Teamwork Мирка Шарпинга и теперь будет исполнять обязанности директора, которому придется следить за делами сразу двух подразделений. Официальный анонс гласит, что в Mortal Teamwork будет произведено несколько перестановок, которые будут оглашены в ближайшем будущем. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим особенности использования дальнобойных юнитов и тактику поведения на рампе. Дальнобойными юнитами в StarCraft считаются боевые единицы, способные поражать цель на расстоянии более половины игрового экрана. У тиранов таковыми являются танки в режиме осады. У зергов это люркеры. У протоссов — риверы. Все они бьют по площадям, и это нужно учитывать как владельцу, так и его противнику. Основная соль использования таких юнитов состоит в том, что радиус их поражения гораздо больше, чем радиус обзора. То есть один и тот же танк, стоя на возвышенности и на уровне моря, бьет на разные расстояния. Это можно компенсировать, высылая вперед разведчика, который раздвигает границы зоны видимости. Также не стоит забывать о том, что огромная боевая мощь танка или ривера сопряжена с их слабой броней. Поэтому никогда не оставляйте их без присмотра юнитов сопровождения. Рампа. Рампа — это, как правило, узкий проход на возвышенность. Они присутствуют на многих картах и часто являются единственным входом на базу. Таким образом, защита рампы — ключевой момент в обороне базы. А прорыв такого прохода, особенно на начальных этапах игры, чаще всего означает победу в партии. Тем не менее, при грамотном использовании микроконтроля всего несколько юнитов могут успешно сдерживать на рампе превосходящие по численности войска противника. Прорыв же рампы – целое искусство. Это возможно лишь в том случае, если вы будете выманивать противника на открытую местность. Самое большое внимание рампе уделяют терры. Если вы увидите, что рампа огорожена супледепотами, а сзади них отстроены бункеры, можете смело отступать и пересматривать свою тактику. Такая рампа неприступна для ваших юнитов ближнего боя. Мы — виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Еще одна компания выходит на рынок игровых манипуляторов с мышью Kone. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы увидите матч по дисциплине StarCraft, прошедший в рамках гранд-финала World Cyber Games 2007 в Сиэтле. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Компания Rocket выходит на рынок игровых манипуляторов с мышью Kone. В ней реализован ряд технологий, которые могут заинтересовать фанатов компьютерных игр. Например, система Distance Control Unit позволяет через драйвер настроить то расстояние рабочей поверхности от стола, на котором сенсор мыши перестает перемещать курсор. Весьма крепким в буквальном смысле продуктом представляется анонсированная компанией Enermax клавиатура CESAR. Ее клавиши выполнены из алюминия толщиной 2,5 мм и закреплены на сетке из стальной проволоки толщиной 0,6 мм. В результате периферийное устройство при вполне стандартных габаритах весит внушительные 1,5 кг. В части функциональности клавиатура может похвастать поддержкой быстрого доступа к функциям Windows Vista, 5 клавишами для управления медиаплеером. Компания Phantom представила Labboard. Комплект для игроков, которые любят проводить время, удобно разместившись в любимом кресле. Помимо беспроводной клавиатуры и лазерной мыши, данный набор включает в себя трансформируемую жесткую поверхность, которую удобно разместить на коленях. Клавиатуру можно свободно вращать на подставке, что делает решение удобным как для правшей, так и для левшей. Кроме того, регулировке в пределах 22 градусов поддается угол наклона подставки. Недавно в сети появилась информация о довольно необычном пульте дистанционного управления Wave 100, позволяющем напрямую контролировать Windows Vista. Устройство оснащено цветным LCD-экраном размером 2,4 дюйма. Главным преимуществом Wave 100 является универсальность. С помощью этого пульта вы сможете управлять более чем 20 различными типами развлекательных устройств на расстоянии до 15 метров. Здравствуйте, любители киберспорта! Сегодня мы рассмотрим матч по дисциплине StarCraft, прошедший в рамках гранд-финала World Cyber Games 2007 в Сиэтле. Лицом к лицу встретились два протосса — это PJ и Stork. Итак, встречайте! Ша Юнчан, уроженец Китая, больше известный как PJ. Весной он, правда, переехал в Корею и играет теперь за одну из ведущих прогеймерских команд SK Telecom T1. Также он время от времени выступает под флагами португальского коллектива Excello и, соответственно, принимает участие во всех европейских лигах. Его противник Stork, чемпион Лиги Цион 2004 года, а также обладатель серебра и бронзы на звездных чемпионатах лиг GOM TV и Daum 2007 года. Настоящее имя Song Byung-gu. Возраст 19 лет. Полезный коэффициент его игр составляет 61%. Если учитывать, что эта статистика собирается исключительно на официальных мероприятиях, то вы можете себе представить, насколько это серьезный противник. Первый раунд проходит на карте Paranoid Android версии 1.0. Противники расположились близко друг к другу. Желтыми играет PJ, оранжевыми — Stork. С первых же минут Stork занимает активную позицию, напрягая одним единственным зилом мейн PJ. Пока что это не более чем психологическая атака. Подготовив первую ударную группу из 6 зилов и 4 гуннов, Stork отправляет их в атаку. На рампе у мейна PJ их встречают примерно равные по силе войска. Stork, умело используя зилов в качестве заградительного щита, постепенно сливает войска PJ, вынуждая того вызвать подкрепление в виде пачки рабов. Балансируя на грани пропасти поражения, PJ сдерживает гуннов Сторка вплоть до прибытия Ривера на шаттле. Stork, видя такой сильный юнит, вынужден отступить. Но в итоге Stork все-таки пробивается гуннами по рампе на мейн PJ и взрывает одного из риверов PJ, а заодно и шаттл. В результате этой суицидальной вылазки Stork теряет своих гуннов в нападении, и PJ получает временную передышку. PJ прекрасно понимает, что его противник имеет экономическое преимущество за счет отстроенного экспа. Поэтому, собрав группу гуннов, он отправляет их в атаку при поддержке 2 риверов в шаттле. Им навстречу устремляется пачка гуннов Сторка. Потеряв шаттл и половину гуннов, PJ продолжает наступать, а Stork оттягивает свои войска к Экспу, ожидая прибытия своего шаттла. В итоге Stork, имея явное преимущество в живой силе и грамотно используя микроконтроль, сливает остатки вооруженных сил PJ, вынуждая того сдать раунд и выйти из игры. Первый раунд финала остается за Stork'ом. Второй раунд проходит на карте Neo Backdo Daigon версии 2.0. Белый цвет выпал Stork'у, а PJ играет за коричневых. В этот раз Stork проводит оборонительную политику, и силы обоих игроков мирно сосуществуют по обе стороны от узкого прохода. Но вот, собрав пачку из зилов, Stork пускает их в первую серьезную атаку. PJ встречает их зилами и гуннами близ своего экспо. Ценой потери половины своих сил PJ отражает эту атаку Stork'а. И вот PJ решается на контратаку. Пачка гуннов при поддержке зилов и ривера в шаттле подходит к экспу Stork'а и попадает под огонь его пушек. Мало того, PJ забывает про обсервер и невидимый его глазу Дарк Stork'а, внушительно треплет ряды атакующих. В итоге, слив пару пушек и потеряв значительную часть своей армии, PJ вынужденно отступает вглубь карты. И вот силы обоих игроков встречаются в финальной схватке между двух экспов PJ. У Stork'а в обойме 4 мага, которые решают исход этого поединка с помощью пси-шторма. Stork'у остается лишь дожечь оголенные рубежи PJ, чем он с успехом и занимается. Счет по партии становится 2-0, а это означает, что Stork выигрывает этот матч. Итак, кореец Сонг Бьянг-гу побеждает в матче против Ша Юнчана со счетом 2-0. А это означает, что Stork становится чемпионом мира 2007 года в дисциплине StarCraft, с чем мы его и поздравляем. PJ уже достается серебро, и это также достойно оваций. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта и, конечно, самое интересное – новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз.